Вот, дорогие зрители, в OBS вышел какой-то восхитительный апдейт. Значит, раньше можно было... То есть у меня алерты, например, они засунуты в папку источников, да? Раньше можно было дабл-кликнуть папку, и она раскрывается. То есть, казалось бы, то есть, безумная схема совершенно. Конечно, это недоразумение было устранено в крайнем апдейте. Вот, и теперь я черт знает, как раскрыть эту папку. Да, то есть, где кнопка Expand? Она где-то отдельная, видимо, теперь. Замечательно. Чтобы уменьшить алерты, чтобы они не выбегали на весь экран. То есть, теперь это представляется просто невозможным. На самом деле, я регулярно задаюсь вопросом, почему какие-то технологические новшества уводятся, но которые объективно делают жизнь хуже. Я не уверен насчет там, ситуации с OBS, я не смотрел, на что они обновились. Но, например, в Macintosh 9 лет назад была уничтожена функция, которой мне вот спустя 9 лет до сих пор не хватает. У них были геометрические виртуальные окна. То есть, кто пользуется macOS, вы знаете, да, что если там пальцами, двумя пальцами провести по тачпаду, то у вас виртуальные окна... влево-вправо листаются, да? А раньше их можно было геометрически располагать, то есть они не только влево-вправо листались, но и вверх и вниз, и это было чрезвычайно удобно. Я не могу себе объяснить, почему эта функция исчезла, причем она исчезла настолько, что больше не существует даже сторонних предложений, которые бы могли это делать, потому что Apple, помимо всего прочего, ну здесь уже как бы понятно почему, запрещает так глубоко в настройке, запрещает так глубоко в настройки macOS влезать, чтобы, значит, защитить пользователя. Я как бы эту часть не комментирую, а вот почему геометрические виртуальные окна пропали, расположение их, вот это просто загадка мироздания. Хуже стало объективно. 9 лет прошло, как бы не свыкся с этой мыслью. Я думаю, зачастую просто кодеры сами добавляют в себе проблемы, чтобы потом их решать. Потому что за это платят. То есть, как правило, если заказчик платит какому-нибудь эксперту, будь то кодер или, не знаю, мелиоратор, неважно, то есть, так или иначе, заказчик по определению платит эксперту, потому что он сам не разбирается в той области, за которую он платит. Ну и, соответственно, проверить, что там эксперт делает, зачастую просто невозможно. Причем это даже речь не про экспертов с мировым именем, а просто обыкновенный подрядчик, которого вот наняли сайт сверстать. Не, ну это само собой, я думаю, все-таки у Apple это работает немножко иначе, это было сознательно дизайнерское решение, просто вот Apple как бы славится своими идиотскими сознательными дизайнерскими решениями и с большим трудом их откатывает назад. Вот если недавно откатили этот идиотский тачбар, который вот ну реально не прижился, не было у него фанатов, и это, по-моему, в первый раз в истории компании, когда вернули нормально, свернули новшество, вернули классический вариант. А вот... добиться геометрического расположения виртуальных окон, который просто... Ну, у меня просто даже до сих пор география в голове сидит, как я пользовался этой системой. Вот этого так и не произошло, и даже сторонними средствами такой функционал вернуть в Mac нельзя сегодня. Да, не знаю, но это, наверное, они как-то решили сделать более униформно с остальной продукцией Apple, чтобы было, потому что оно же по большей части все листается влево-вправо, там iPhone и так далее. Да, ну вот тут фишка-то в чем была? В том, что влево-вправо оно тоже листалось. Просто оно, помимо прочего, листалось еще вверх и вниз, что тебе позволяло как бы геометрическую карту в голове выставлять. То есть у тебя четвертое виртуальное окно могло быть доступно тебе по движению вниз. Да. То есть ты спускался не четыре раза направо листал, а один раз вниз. Это было чрезвычайно удобно. И у меня в голове была нормальная геометрия. То есть там шесть окон, да, три в ряд, и три внизу в ряд, да, и еще три в ряд. На следующую строчку понимал, как будто спустился. Да-да-да-да-да. Это было очень удобно. И вот нет объяснений, почему это пропало. Очень бесит, до сих пор бесит. Настолько не отпустило, что даже видишь на твоем стриме, пожалуйста. Понимаю. Часто такое бывает, какие-то очевидные вещи. Там, в DoorDash, например, в меню можно было переместиться вверх меню, сразу нажав просто на кнопку меню. Сейчас нельзя. Не знаю, почему это убрали. Мне казалось это интуитивно, что по-другому вообще невозможно сделать. Значит, приложение, чтобы... Меню имеется в виду буквально ресторанное меню, то есть в котором полно позиций. То есть теперь там только проскроллить вверх можно, если нажать дефолтную кнопку, тебя выкидывает в список ресторанов. То есть, ну, вот так вот. Как-то так, да. Да, портится, в общем. Что-то портит. Да, это правда. Так, дорогие